Полицейские Челябинска разбираются в обстоятельствах загадочной пропажи 15-летнего подростка. Школьник ушел из дома в обед, а спустя 3 часа родственникам парня начали поступать странные звонки. Мол, парень находится где-то в лесу в районе Паркового, и за его освобождение необходимо заплатить 85 тысяч рублей. Это фото пришло на телефон родственникам подростка. Челябинцы сразу обратились в полицию. Из дома он вышел порядка 12 часов, видели где-то в районе обеда. Начали поступать в 3 часа на тему «переведите денег» и так далее, и так далее. Сначала думали, что это просто шутка, оказалось, то, что реально там люди рядом. Полиция. Где полиция? Полиция вот по району везде, где... По лесу не ездила? Ездила. Найти подростка удалось только поздним вечером, а позже в полиции сообщили, что задержали 4 человек, причастных к инциденту. Вымогателей допрашивают. Сообщается, что это не было розыгрышем. В это же время не менее масштабные поиски развернулись в Снежинске. Там потерялась 4-летняя девочка. Малышка на самокате ушмыгнула от родных около супермаркета. На поиски подняли сразу весь гарнизон городской полиции. Присоединились к нему сотрудники МЧС, Росгвардии, спасатели и волонтеры. В итоге ребенка нашли в одном из общежитий. Как рассказали в областной полиции, жильцы накормили и обогрели малютку, а затем передали сотрудникам полиции.